А вы, воины, готовы? Впервые в Ленинском районе, и, можно сказать, даже в Крыму, такое масштабное мероприятие, где такое количество людей собралось, столько реконструкторов с разных городов. Вот. Вообще-то мы все это делаем для местных жителей и для приезжих, понятно. Потому что Крым – это наша территория, мы хотим, чтобы здесь было всегда интересно, чтобы люди знали это место, знали свою историю. Да, я думаю, что очень важно знать, что происходило 100 лет назад, и чтобы эти ошибки в будущем не повторились. Я хочу посмотреть на старую военную технику, как она типа выглядела раньше. Хочу посмотреть на саму реконструкцию боя. Я планирую сделать пару выстрелов, а потом красиво умереть. Корниловцы, отступаем! Хочу сегодня, чтобы обязательно мои детки увидели, да, я по дороге шла, уже рассказывала, они интересуются, почему такая разная форма, что вообще было, да, тогда. Я думаю, что мы продолжим дома сегодня как бы эту тему.
мероприятие масштабное, мне очень понравилось, очень поучительно для нас, для молодежи и для некоторых старшего поколения, так как многие до сих пор не понимают, что произошло, мы уже более 100 лет назад. Все-таки гражданская война, как и любая революция, это самоубийство нации, и ничего хорошего она не ведет. Эмоций вообще очень много, они все переполняют, и наблюдать за историческими событиями того времени, это просто, наверное, нереально. Интересно, трепетно, потому что мы этого не увидели и вряд ли увидим. Надеемся, что не увидим. Но да. Наблюдать, как поставлены сцены, и все очень молодцы, большие, было интересно. Мы очень болеем за свою жизнь, своих близких, за своих соотечественников. Поэтому очень хочется, чтобы все прекрасно понимали для себя, давали отчет, что никакие войны, тем более внутренние войны, какой является гражданская война, самый кровавый, самый тяжелый, разрушающий, как и для государства, и для каждой семьи, чтобы такое никогда не повторилось. Мне очень понравилась атмосфера, как будто вот побывала во всем этом, вообще красота. За рубеж. В течение 1918-1922 годов.